Из-за коронавируса, к сожалению, поездки в другие страны и регионы пока под вопросом. Что делать тем, кто больше не может уже просто сидеть дома и соскучился по перемене мест? Сейчас самое время обратить внимание на локальный туризм. Только кажется, что вариантов, куда поехать, очень мало. На самом деле, Дальний Восток в целом и Хабаровский край в частности таят удивительные места для отдыха и путешествий, которые можно посетить в любое время года, и особенно осенью. У каждого есть возможность открыть для себя интересные места неподалеку от дома и больше узнать о родном крае, в котором мы живем. Вот. В Советско-Гаватском районе есть все, чтобы погрузиться в историю и природные красоты северных морских ворот края. Императорскую гавань свое название получила в честь императора Николая I. Хроники открытия и освоения этих мест – это настоящий гимн героизму русских первопроходцев, исследователей и моряков. Суровая летопись становления и развития Восточного морского форпоста России. И сегодня императорская гавань хранит для своих гостей массу удивительных историй. Здесь лег на дно легендарный фрегат «Паллада», ходил таежными тропами «Арсеньев», несли службу моряки крупнейшей военно-морской базы Тихоокеанского флота. Это восточные рубежи России. Император как-то сказал, где поднят русский флаг, там он спускаться не должен. Чтобы прочувствовать природную мощь этих мест, стоит посетить бухту Ситуан и Базарную, а также мыс и маяк «Красный партизан». Узнать о других маршрутах и интересных местах для путешествий по Хабаровскому краю можно на сайте поехали.кхв.ру. Это сборник местных направлений, туров и экскурсий. Здесь можно посмотреть идею для короткой поездки на выходные или для полноценного путешествия. Здесь также можно пройти такой своеобразный тест, какой тур, направление подходит тебе лучше всего. Ну и, конечно, познакомиться со всеми предложениями. Сделайте это.